Всем привет, друзья, с вами Billy Software. Я помню, что в прошлый раз запись была довольно хреновая, и звук немножечко тупил. Четкость как-то была довольно херовая, поэтому сейчас постараюсь как-то ровнее держать камеру и громче говорить, что ли, или не знаю, четче. Просто хотел сделать вот такой небольшой подкаст, пожаловаться как-то на свое настроение, рассказать, что происходит, и просто попиздеть. Я же люблю просто пиздеть. Сижу все еще в общаге, хотя уже лето, в принципе, давно кончилась сессия, и я ее не сдал, естественно. Перепоступаю сейчас, вот посмотрим, что будет. На улице жуть вообще творится. Ночью была жарать до невозможности, под утро, правда, похолодало. Так получилось, что мне пришлось гулять этой ночью, потому что моя девушка вытащила меня на улицу вчера вечером и сказала: ты будешь сидеть нахуй со мной до посинения на скамеечке и вот так, короче. Ну, чем мы, в принципе, занимались до 6 часов утра, пока не открылась общага. На улице сейчас дождь. Прям жуткий ливень. Я, в принципе, хотел просто заснять ливень, потом решил сделать такой небольшой подкаст, что-нибудь сказать, что ли. Ну, все-таки давайте на ливень посмотрим. Я думаю, как-нибудь у меня получится передать ливень, блядь, в камеру, хотя, мне кажется, будет видно довольно хуево. Да, по-моему, вафта получается. Вот так вот вроде видно. Блять, ну льет просто вообще потрясающе. Сейчас бы выйти по улице погулять в это время, вообще бы прекрасно было. Ну и что, блять, враг своему здоровью, что ли? Нет, спасибо. Ебать, там еще игра... Молния, блять, сверкает, гроза. Грохочет жестко. Что ж, я думаю, наверное, хватит для второй пробы пера. В принципе, на этом можно будет попрощаться. Это был Billy Software, на канале которого, в принципе, вы сейчас находитесь и это смотрите. Там внизу под этим видео можно будет подписаться на мой канал, чтобы не пропустить ничего нового и интересного, что обязательно будет появляться на этом канале с 100% гарантией. Если вам понравилось то, что происходит, и вообще замысел вот этих вот подкастов дурацких, то ставьте «мне нравится», и тогда я, в принципе, посмотрю, что это приносит какое-то удовлетворение окружающим людям, и буду больше такой хуйни записывать. Радуйтесь на здоровье. Если вы думаете, что я уебок говна и делаю всякое говно, то нажимайте «не нравится», не ленитесь, в принципе. Мне вообще нравится любая активность. Ну и пишите комментарии, конечно. В комментариях можете написать какие-нибудь идеи, которые мог упустить, как бы, и захотите мне что-нибудь посоветовать, возможно. Советовать закрыть канал, нахуй, или там говорить меньше или там, и вот, и всякого такого не надо, потому что на это я и сам прекрасно вижу, прекрасно знаю, что с этим надо что-то делать. И потихоньку борюсь, вот опять Поэтому тут советами мне не поможешь. И, кстати, не обязательно говорить, что я педик, и моя мама малолетняя шлюха. Хотя можете говорить, в принципе, мне это похуй. Вот, на этом, в принципе, закончу. Сейчас сяду, захаваю еще немножечко вот этих рожек, которых я сегодня сварил, нахуй. Какой с утра? В обед только в себя пришел относительно. Вот. Никаких планов рассказывать не буду, их просто нет. И просто на этом попрощаюсь. До свидания. Будьте со мной, не уходите с канала. И играйте в хорошие игры, и смотрите хорошие видео.